Всего, друзья, благодаря вашим усилиям, помощи. То есть, вольер мы сделали. Тут перегонки. Господи, руками не отодвинешь отсюда. Логи, двери. Ну, проушины две, на два замка. Здесь тоже. Открываем. Шиберы так называемые. Здесь тоже такие же шиберы. Но здесь на замке, поэтому... Все готово, в общем. Здесь открыто, а там алтайцы спят, даже не выходят. Так что вот, все готово. Ну, покрасить осталось, но это уже не сейчас. Пилят что-то. А мишки спят, им все равно. Пилят не у нас. Это у соседей что-то пилят. Так что вот. Огромное спасибо за помощь. Вольер готов. Получился хороший вольер. Крепкий, надежный. И достаточно большой. По размеру он больше, чем требуемые нормы нового законодательства. Всем огромное спасибо.